Война для меня прежде всего – это история нашей семьи. Оба моих прадеда прошли дорогами Великой Отечественной войны. Один погиб в бою в 1943 году, а другой прадед прошел всю войну, был командиром танковой бригады. Я очень горжусь подвигами моих прадедов и всех тех, кто мужественно сражался и умирал за нашу Родину. В Великую Отечественную войну люди показали, на что способен российский народ и какая великая и могущественная наша страна. И эту страшную войну мы выиграли, и по-другому быть не могло, ведь наш народ не хотел этой крови и не стремился убивать. Мы защищали своих близких людей, свои дома, свою Родину. И именно поэтому мы победили. У нас за плечами стояла любовь, а у фашистов слепая ненависть. День Победы для меня – это как день памяти. Благодаря подвигу советских воинов мы сегодня живем в мире и спокойствии. И я считаю, что День Победы – это самый главный и самый важный праздник для русских людей.